Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Давыденков, я являюсь руководителем школы успеха. И я хочу вас пригласить от нашей школы на вторую годовщину христианского социального центра «Новое время», который пройдет в МВЦ, Международный выставочный центр, 22 декабря. Вы там увидите много успешных людей, вы увидите там много лидеров, которые уже меняют этот мир, меняют этот город к лучшему. И если вы не безразличны к нашему обществу, к проблемам, которые происходят сегодня, сейчас у нас, приходите, и мы научим и покажем, как это можно делать. Жду вас там, приходите.